Привет, друзья! Рад приветствовать вас на моем канале. В сегодняшнем видео я решил разобраться, какие же модели бюджетных пневматических винтовок актуальны к покупке в 2019 году. Под понятием бюджетность я условно взял стоимость до $200, так как большинство любителей пострелять на природе по бутылкам не готовы выкладывать слишком большие деньги за винтовку. В данный обзор вошли 7 моделей пневматических винтовок, среди которых как уже давно известные, так и новинки. Итак, поехали. Итак, на седьмом месте у нас старый добрый Хадсан 125. Калибр 4,5 мм, технология Quattro Trigger MSAS, это система амортизации отдачи, нарезной стальной ствол, ручной и автоматический предохранитель. Использование системы Триопад для изменения длины приклада, резиновый затыльник приклада для уменьшения отдачи, облегченный взвод винтовки, металлический спусковой крючок. Начальная скорость полета пули 380 метров в секунду, что весьма неплохо. Общая длина винтовки 1240 мм, длина ствола 450 мм. Общий вес винтовки 3800 грамм. Средняя цена этой винтовки в Украине около $180. На шестое место я поставил уже известную многим модель, это Biman Longhorn. Модель, которая идеально подходит как для развлекательной стрельбы, так и для охоты на мелкую дичь. Она сочетает все мощность и точность с привлекательной ценой. Благодаря использованию ударопрочного пластика в конструкции ложи и приклада, винтовка не боится резких перепадов температур, повышенной влажности и менее подвержена сколам и трещинам, чем деревянные ложи. В винтовке Biman Longhorn можно регулировать ударно-спусковой механизм по длине хода и по усилию спуска. Оптоволоконные механические прицельные приспособления обеспечивают комфортное прицеливание, даже в условиях недостаточной видимости. Насечки на рукояти и оптический прицел 4х32 обеспечивают надежное удержание и комфортное прицеливание. Начальная скорость полета пули 365 метров в секунду. Общая длина винтовки 1245 мм, длина ствола 468 мм. Вес винтовки 3700 грамм. Средняя цена в Украине $150. На пятое место я поставил модель Norica Dragon GRS. Эта винтовка оснащена газовой пружиной. Газовая пружина обладает рядом основных преимуществ перед обыкновенной. Это отсутствие боковой вибрации и меньшая отдача, а также равномерное взведение. Плюс благодаря использованию азота в конструкции газовой пружины у таких винтовок отсутствует эффект усталости, что позволяет продолжительное время держать винтовку взведенной. Эта мощная винтовка оснащена пластиковой ложей. На цевье и пистолетной рукоятке нанесены насечки для удобного удержания винтовки. Приклад типа Монте-Карло имеет толстый резиновый амортизатор. На мушке установлена стальная защитная втулка. Предохранитель автоматический, расположенный перед спусковым крючком. На четвертом месте у нас относительно новая модель от бренда Crossman, это Crossman Vantage NP. В данной винтовке используется газовая пружина. Боковое ложе винтовки имеет удобный подщечник Монте-Карло и резиновый затыльник, компенсирующий отдачу. Стальной нарезной ствол обеспечивает пули высокую стабильность. Прицельный механизм представлен оптическим прицелом с четырехкратным увеличением и диаметром объектива 32 мм. Начальная скорость полета пули 305 метров в секунду. Общая длина винтовки 1143 мм. Крепление оптики – ласточкин хвост. Вес винтовки – 3200 грамм. Средняя цена в Украине – $130. На третьем месте еще одна модель от турецкого бренда Hatsan – это Hatsan AirTact. Данная винтовка оснащена газовой пружиной, имеет автоматический предохранитель, регулируемые прицельные приспособления, планка с мушкой, фибероптические нити. Пластиковый приклад, стальной нарезной ствол, начальная скорость полета пули 350 метров в секунду. Общая длина винтовки 1135 мм, длина ствола 370 мм, вес винтовки 2750 грамм. Средняя цена винтовки в Украине $130. На втором месте у нас ультрабюджетная модель от бренда Biman. Это винтовка Biman Black Bear. Данная винтовка считается упрощенным вариантом популярной линейки Valvarine. Винтовка оснащена пружинно-поршневым механизмом, который изводится переломом ствола.
От классической модели Wolverine модель Blackbear отличается обновленными прицельными приспособлениями, которые обеспечивают комфортное прицеливание даже в условиях недостаточной видимости. Также в винтовке Beeman Blackbear предохранитель перенесен в верхнюю часть ствольной коробки. Модель оснащена нерегулируемым затыльником, который предназначен для смещения удара в момент выстрела и повышения устойчивости оружия при прицеливании. Итак, начальная скорость полета пули 330 метров в секунду, общая длина винтовки 1165 мм, длина ствола 480 мм, тип крепления оптики ласточкин хвост, вес винтовки 2900 грамм. И самое главное, средняя цена винтовки в Украине $90. Ну и на первом месте у нас лидер в соотношении цена плюс качество, это модель Hatsan Striker Edge. Это наследница известной серии Striker. Несмотря на большую мощность выстрела 305 метров в секунду, данная модель обладает сравнительно легким весом 2900 грамм, который обеспечивается пластиковым прикладом. Для дополнительного удобства корпус оборудован прикладом скелетон, и в него встроены резиновые вставки с насечками, которые не дадут выскользнуть винтовке с рук в самый ответственный момент. Мушка оснащена цветными фиберогласовыми нитями для более комфортного прицеливания. Пластиковый регулируемый спусковой механизм позволяет вести стрельбу без особых усилий. Во избежание ложных выстрелов винтовка оснащена предохранителем. Высококачественный нарезной ствол из оружейной стали обеспечивает высокую кучность стрельбы и надежность на долгие годы. И средняя цена этой винтовки в Украине варьируется в районе $100. Ну а на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравился данный обзор и помог определиться с выбором. Если это так, не забудьте поставить лайк этому видео, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Всем мира, добра и удачи!